И моя лежит. Аккуратненько положи. Четко. Четко, Олег. Ты умеешь ныкать. Ныкать, молодец. Затаришь, никто не найдет никогда. Правильно. Ну мы сейчас что, обои клеить? Да, сейчас обои надо поклеить, блин. Сашке надо поддержать первое время. Потом он будет помахать, ну, так, да, же, как, да, и, да, мы. По-братски обязательно. Скажи ему там, пусть вечерком заходит, что же мы фруктов так и не купили-то. Фруктов наберем. А насчет этих фруктов, да, я, ну, ему, да, скажу. Скажешь, Саня. Там подписчик прислал, сказал купить фруктов. Возьмем там фруктов. Саньку пускай отъедается витаминами. Там не так, как Саньку, там жене ему. Да? Жене и дитю, да. Пополам. Ну, конечно, будут, я понял. Понял. Жену и ребенку. Да иди ты, блин, кушай. Что там? Да муха какая-то привязалась. Костюм новый, увидел его твой. Хочет, блин, обосрать. Хожу. А? Хочет обосрать, да, наверное. Блин, хля. Жужжу. Присесть хочет на плечо тебя. Не дам. Береги, Олег. Смотри. Это, во-первых, качество у нее хорошее. Хорошая, вот, хорошая. ХБшечка. Fashion style. Nike. Кто носит Nike, та моя любая баба даст. Это и поговорка даже, ну, такая, да, была. Да, 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 как-то так. А у нас сейчас по-другому. Сейчас пока сам не завоевал, и все. А если завоевал, это твой плюс. Завоюешь еще. Кого? Да есть у меня, надо ехать. Ну, у тебя есть в каждой деревне по невесте, ты, да, говорил. И по городам. По городам. В каждом городе по девке есть. Даже в Питер приглашала, и то, помню, звала. До сих пор зовет. На ПМЖ, да, по-моему? Да. На постоянку? Да. Ну, говорит, что? Приедешь, на все, я тебе, говорит, там и пропишу, и все, и жить будешь, и работать я найду, блин. И все, тачка есть все у них? Да, все, будем ездить, все сделаю, говорит. А потом, говорит, адаптируйся. Уже будешь сам потихонечку тут уже рулить. По-своему. На ноги. Ну, а что, она на ноги встанешь? Она, да. Она правильно сказала. Да я не против. Правильно, конечно. Блин, мать, постирал все. Аж с собой неудобно. Ну ничего. Вот этот костюмчик пока стирать не надо. Нет, нет. Только не ухандокай, смотри, в работе его. Нет, я наоборот, на отдали сейчас. Даже руки держу. Там сейчас, сейчас. Время к обедику. Пойду я тоже. Щей похлебаю с чесночком. О, у меня тоже борщик. Есть? Борщичок. Во. Кто, сваток готовит? А? Сват готовит. А, не по очереди. Ну, с кем? Мамка со своей. Ну, с Сашкиной женой. А, и сват тоже с батей, да? По очереди. День она, день та. Вот так вот. Тебя не подпускают? Да если я зайду на кухню, блин, я всех с кухни выгоню, блин. Я не люблю, когда кто-то стоит. Мешается под рукой? Ну да. Это, блин, не еда тогда. Согласен. Я привык, если я стою на кухне готовить, я стою всегда с душой. И готовлю, блин, это, которое потом всем нравится. Картошечку, особенно свою фирменную, да? Картошку с мясом, там, рагу, там, что хочешь могу. Вы по-флотски тоже? Да. Макарончик. Я все блюда могу. Щи делать. Тоже варишь? Да. Супы, щи, борщи, блин, там. Окрошечку? Да, окрошку тут вообще проще. Ну там легко, проще, конечно. Простого. Водой залил. Зачем? Нет. Сметаны налил. Я делаю на минералке. А, вот так даже? Да. На минералке еще лучше. С даже. Газами? А она же выветривается, эти газы. Майонез. Вот этот. Яичный, салатный. Укропчик. Петрушечка. Лучок. Редисочка. Редисочка, да. Колбаска. Огурчики. Картошечка. Картошечка.
Лук зеленый. Все, больше там ничего не надо. Это все вместе. Разбуториваешь и вперед. Ну. Холодильник ставишь, охлаждается, да, потом, да, достаешь. Тема, вещь. Тема, Олег, конечно, вещь. И укроп под конец свежий кинуть надо. Ну, вот так вот размешать, чтобы он плавал. Угу. И он потом, когда он настоится... Вкус дает. Он, да, вкус, блин, вообще там, там ешь, его не наешься. Вот так вот. Ясно. Ну, в общем, с хавкой нормально все, да? У меня, да. Не голодаешь? Пока нет, дай бог. Если когда был бы, я бы уже давно бы спросил бы. А пока еще держимся. Ну, ты гляди, жрать захочешь, если что, приходи, я покормлю. Да, за... Вдруг голодный будет. Ну, я-то не голодный. Может, с вас все сожрет, там не оставит, мало ли. Да, ну, нахрен. О. Че, я пойду, блин, сюда и... Не. Ну, зайдешь, покормлю, Олег. Че, мне трудно, что? Не. Видишь, тоже оберегаюсь, ну их нахуй. Ну, правильно. Лишний раз вопросы задавать какие-то, да? Ну да. Вот 6 секунд. Сегодня бы сделал бы ты, наверное, литр за 7 секунд, да? Свободно сделал. Тут раз не смог, байкер предлагал. Если бы я сделал, он бы охуел. Штуку бы заплатил тебе. И пиво, и пиво литр в тебе уже было он бы. Он сразу давал. Ну давал. Ты даже лимонад не осилил. А видишь? Куда мне, если помню? Да я понял, так тоже бывает. Куда деваться? А это видишь сразу, она самотеком. Буль-буль-буль-буль-буль. И пошла. Ну блин. Да. Так. Ну что, в разбег? Дай ты мне одну дорожечку. Сигареточку? Ага. О, я сейчас у Мишани спрошу. Да, чего же не дать? Мишань! Ну дай одну сигарету. Да? Здорово. Ко мне, блин, на работу, блин. Как бы вечером мне сейчас не вызвали. Видишь, как переживают, что кто трудился. Во, я про чё же. Потому что без работы не было. Да. Бывает же такое. Володя, привет там, Миш. Тут бывает такое, хочешь отдохнуть. Креветочки. Креветки тоже тема. Олег, ты креветки ешь? Конечно. Любишь тоже? Это, блин, это моя слабость. Креветки, раки, они же, блин, по вкусу. Крабы. Краб. Да. Ой, блин, отрыжка пошла. Крабы, они же одного вкуса. Глянь, когда кожа пришла, блин. Фикс прайс. В тот раз меньше приходил. Че, думаешь, тебе разгружать? Мне потом растаскивают там. Ну это не сегодня уже. Сегодня. Сегодня? Да. Что, пойдешь? Не знаю, сейчас должны позвонить. Смотри, там обои сваджи клеить уже начал. Ну пускай клеит. Я его. Я вчера его учил, блин. Как правильно? Научил, да. Все, получается у него? Ровно по каемочке, чтобы линия в линию была. Шов, шов. Да. Углы не сминает, ничего? Нет. Вот сейчас я его научил, как отмерять, как замерять. Потом отрезаешь этот кусок, намазываешь, стену смазываешь и обои. И потом только клеишь. И тряпочкой аккуратненько замазываешь. Ну понял. Ну, ништяк. Сань, дай жвалку, а? Надо где-то, блин, здесь. Да и отсюда, и с этих не дашь. Да найдем, Олег, ерунда. Что, мы не найдем тебе зажигалку, что ли? Держи. Она есть вот здесь, блин, только что я не успел. Ну да, да.
прикуривай же уже. Давай, Олежка, пойду я. По дороге покуришь? Да, конечно. Всем там привет своим. Если не рассует на работу опять, а то опять придется переодеваться. Ну да, сейчас. А куда деваться? Передевайся, чтобы не смотрели, не зафаршмачил ничего. Да нет, это в жизни никогда, блин, вот этих ребят, они, блин, самые золотые, самые счастливые, красивые. Все, Александр, ништяк. Давай. Всем удачи. Давай, давай, пока. Забегай вечерком. Ага, хорошо.